Я сегодня заработала 93 рубля. Процент дает? Она мне вот, я сейчас сижу и думаю, просто хочется спросить, да, все семью сейчас заплатили, да, вот она сейчас едет домой только. Утром. Так слушай, массажисты так нифигово получают. Она себе делала обертывание, она никогда в жизни вообще никому не делала обертывание, походу даже себе не делала. Ее там уже научили, и еще за это спросили. Чисто одно обертывание и столько денег? Ну вот две клиентки было на утро, к 10 утра, к 11 и к 3 кто-то. И все обертывание? Вот не знаю, как стоял. Видит, она в течение дня написала, что... А со сколько до сколько она? А там нет понятия, до. Там нужно представиться, вот клиенты записаны, например, к 10, да, то тебе не надо приезжать там к 9, например, тебе не будут платить за то, что ты сидишь в час. Я понял. И... Я понял. Ты просто сидишь, ждешь клиентов, в общем. Ну да, свое рабочее время можно просто так подстраивать под запись клиента. Угу. Классно. Очень клево, я бы сказал. Так ты бы смогла бы, правда? Я тебе скажу честно, что я никогда в жизни ничего массажа не была. Поэтому сказать, смогла бы я не знаю. Я не знаю, что он делает. Никто не делал. Ладно, все, закрыть. Фигово она заработала 40 баксов за день. Достойно. И ей сказали, что это испытательный срок только. Ну, это круто. Да вообще классно. Как надо было слышать. Ты вообще классно работаешь с людьми. Что очень приятно. Я говорю, так, я вчера еще писала, говорю, так, конечно, работу, ну, там, типа, институт массажа делает, а женщина вот такая, оттуда же и берет на марафон, то есть, думаешь, после тебя надо приходить. Ну. Тихонечко на ушко наклонилась. Зачем? Просто пускай говорит. Я думаю, на работу... А, ну хотя да, лучше она тихенько. Хотя я думаю, что она из... Мне такое не надо говорить. Что? На собеседовании, что я провожу такие марафоны. Я думаю, что не все сразу, да, что... Да, да, не все сразу. Сюда. Да. Это всегда очень осторожно все смотрит. Как раз, наверное, пару раз устраивался. Да, знаешь, если она достаточно умная девчонка, она посчитает, что с марафоном, например, вот, да. Как сколько там, 50 рублей получалось человека, и ты 2 месяца занимаешься, да? Ну, считай, сегодня на, ну, как, 2 клиентки, да. Марафонские. Так это все, день прошел, ты забыла. Да. И не надо тебе 24 на 7 быть там сам. Марафон оправдана, когда цена большая, и много людей. Ну ладно, какая-нибудь средняя, но главное, чтобы сейчас 30 было. Да. Ну не ради там 3-4, когда мы сидим сейчас.